sound so strong that it don't seem real. But there's something here I can't help holding on to. I believe in us, I believe in you. I'll give you all I got if it's all I do. Наш стремительно развивающийся век, дорогие друзья, фотографии занимают все более важное место в жизни каждого человека. Но где, согласитесь, можно сделать фотографию вот с таким вот комфортом, как не в той фотостудии, которая сегодня открывает свои двери для всех желающих запечатлеть самые ценные мгновения своей жизни. Между магазином «Метро Кэш энд Кэрри» и перекрестком «Широкое Биштоугорское шоссе» находится фотостудия «Кот», которая сегодня доступна всем вам. А чем она может похвастаться? 300 метров чистейшего креатива и идеальнейшего пространства для реализации самых заветных фото-желаний. Мы пока что понежимся и расскажем вам немножко поподробнее о том, что же такое фотостудия «Кот». Дамы и господа, это «Геометрия ТВ». Сегодня у нас 4 июля 2016 года, день рождения фотокота. Не путать с котофотом. Торжественное открытие фотостудии «Фотокот», самого большого фотографического пространства на всей территории региона Кавказ и Генеральный Кот, состоялось. Ladies and gentlemen, Фотокот Photo Studio is the only place where you can feel yourself a true British lord. And this is an amazing feeling. Именно так чувствуется себя вот в этой локации. Алло, здравствуйте. Это фотостудия «Кот»? Потрите ко мне спинку. Дорогие друзья, вы знаете, мне кажется, что в этом творческом пространстве можно реализовать любое желание. Даже спинку потереть. Ах! Ходит легенда, что именно в фотостудии «Фотокот» Питер Пен отказался становиться взрослым. И я его прекрасно понимаю. Обалденно. А вот и те люди, которые являются, можно сказать, папой и мамой фотостудии «Фотокот». Константин и Екатерина Едапины. Катюш, ну, в целом скажи, пожалуйста, чем вот «Фотокот» отличается от всех остальных подобных проектов? Мы очень большие, у нас 300 квадратных метров. Студия рассчитана на очень большую возрастную категорию, от маленьких детишек, новорожденных, до взрослых мужчин и женщин. И женщин, да. Как вообще пришла идея? Она пришла очень спонтанно, и, наверное, поэтому мы в нее поверили. Ну что ж, ребят, еще раз за вас. Молодцы, «Фотокот», за этих прекрасных котят.